связи с влиянием циклона во Владивостоке ввели режим повышенной готовности. В ближайшие дни в Приморье пройдут интенсивные дожди. В отдельных районах осадки будут сопровождаться сильным ветром. Возможны грозы. Все службы жизнеобеспечения переведены на круглосуточный режим работы. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в городе готовы развернуть 238 пунктов временного размещения. В связи с экстренным предупреждением прогнозируется угроза выхода малых рек из берегов с подъемом уровня воды до 1,5 метра. Возможно подтопление в пониженных территориях, в бухтах южного побережья, образование наката и прибойной волны. Главным управлением МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты. Отдыхающим на побережье переместиться в безопасные районы. Режим повышенной готовности будет действовать в городе до 24 сентября. К оперативному реагированию на возможный ЧС готовы спасатели. Обо всех происшествиях следует сообщать по телефонам 101 и 112. Алина Черненко, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.